Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Сегодня вышел новый стиль интерфейса от Valve под названием International 2015. Но перед тем, как мы его рассмотрим, мы сначала рассмотрим прошлые стили, которые были на прошлых турнирах International. Самый первый стиль интерфейса вышел в 2013 году. Тогда был третий по счету International. Стиль был в таких суровых тонах и не пользовался спросом. Он мало кому понравился. Далее. Стиль интерфейса 2014 года. Это четвертый по счету International. В этот стиль был встроен гем, который подсчитывал количество просмотренных игр на Dota 2 TV. И, наконец-то, стиль интерфейса 2015 года, International 5. Разработчики Valve, они учли все пожелания Dota 2 комьюнити, и, наконец-то, они сделали годный, красивый интерфейс. И он перед вами. Пишите в комментариях, понравился ли вам данный интерфейс. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.